Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Решить задачу номер 27. Задача А. У Андрея два аквариума. Длина, ширина и высота одного из них 0,9 метра, 0,2 метра и 1,2 метра. А длина, ширина и высота другого 0,4 метра, 0,3 метра и 0,3 метра. В какой из аквариумов вмещается больше воды? Чтобы ответить на этот вопрос, надо узнать объем одного аквариума и объем другого. А чтобы найти объем, надо умножить три его измерения, то есть длину, ширину и высоту. Давайте этим и займемся. Итак, найдем объем первого аквариума. А это значит 0,9. Надо умножить на 0,2 и умножить на 1/2. Числитель умножаем на числитель, знаменатель умножаем на знаменатель. Сократить можно 2 и 2 и получаем 0,9 метра кубических. Это объем первого аквариума. Теперь найдем объем второго аквариума. Для этого его длину, ширину и высоту перемножим. То есть 0,4 умножим на 0,3 и умножим на 0,3. Здесь тоже числитель умножаем на числитель, знаменатель на знаменатель. И мы видим, что мы 4 и 4 числителей в знаменателе можем сократить. И мы получим 3 умножить на 3 будет 9. А 5 умножить на 10 будет 50. 0,9 метра кубических – это объем второго аквариума. Мы видим, что объемы этих аквариумов равны. Значит, вмещается воды в один и во второй аквариум одинаковое количество. Теперь решим задачу Б. Сколько потребуется проволоки для изготовления каркасной модели параллелепипеда с измерениями 0,4 дециметра, 1,1 дециметра и 1,2 дециметра? Чтобы узнать, сколько потребуется проволоки, надо найти длину всех ребер параллелепипеда. У параллелепипеда 12 ребер. Причем эти ребра имеют одинаковую длину по измерениям. То есть есть 4 ребра с длиной 0,4 дециметра, есть 4 ребра с длиной 1,1 дециметра и 4 ребра с длиной 1,2 дециметра. Чтобы найти длину всех ребер, нужно сделать следующее вычисление. Итак, 4 умножить на измерение 0,4. Еще раз повторяю, ребер с длиной 0,4 дециметра 4 штуки. Плюс 4 умножить на измерение 1,1. И плюс 4 ребра с измерением 1,2. Равно. Давайте вычислять. 4 умножить на 0,4. Это, соответственно, будет 0,16. Плюс 4 умножить, запишем в виде неправильной дроби, это будет 0,6. И плюс 4 умножить тоже в виде неправильной дроби, это будет 0,7. Равно. Итак, 0,16 плюс 0,24 и плюс 0,28. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Знаменатель оставляем тот же, а числители складываем. 16 плюс 24 плюс 28 будет 68. Выделяем целую часть, получаем
13,3 дециметра проволоки необходимо взять, чтобы приготовить каркасную модель параллелепипеда с данными измерениями. Итак, ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.